Приветствую вас, и условно можно разделить деятельность по переживанию расставания с молодым человеком на три направления. Первое направление касается того, что вы понимаете, почему мужчина вел себя именно так, а не иначе. То есть, тотальный контроль, требования к вам – это эгоизм, это слабость, это стремление подчинить вас, это страх вас потерять, страх перед тем, что никакая другая женщина не будет его терпеть, потому что люди с таким отношением понимают, что они достаточно тяжелые. То есть, по сути, мужчина этот воспринимал вас как средство для достижения своих целей. И никакой любви к вам с его стороны речи, понятное дело, не шло. Почему? Ну, потому что в противном случае он бы стремился сделать вас счастливой, если бы он любил. Поскольку он не стремился сделать вас счастливой, а наоборот постоянно контролировал и ревновал, то, соответственно, вывод очевиден. Второе направление, которое нужно отметить, это понимание того, что ну вот мужчины вас не любят. Мужчина вас не любит, но вам больно. Вы тяжело переживаете расставание. А что именно доставляет вам страдания, если вы, по сути, опустили то, что ничего хорошего, кроме негатива, вам не давало? Что именно доставляет вам страдания? Вот. Понятно, если бы человек вам изменил. Или понятно, например, если вы любили друг друга, а потом что-то произошло, и вы вместе быть не можете. Да, вот это боль. Это действительно разрывается сердце. А здесь вы ведь, по сути, спасли себя. Спасли свою жизнь. От очень тяжелого существования под постоянным контролем мужчин. Так что же вызывает у вас негативную реакцию? А негативную реакцию вас вызывает отсутствие удовлетворения своих потребностей. И эти потребности никак не связаны с вашим личным в узком смысле отношением к мужчине, то есть к желанию сделать его счастливым и быть с ним. Потому что вы сами сказали, что он относился к вам очень плохо. Соответственно, и вы не могли к нему относиться хорошо. Вот эти потребности, которые не относятся конкретно к мужчине, надо осознать и постараться их удовлетворить. Чтобы не быть зависимой в отношениях. Чтобы быть равноправным партнером в них. Чтобы защищать свои интересы. И не позволять больше никому так с собой обращаться. Третье, наконец, направление связано с тем, что вам сейчас нужно как можно больше получать новых впечатлений, как можно больше общаться с людьми, относящимися к вам хорошо, которые бы давали вам понять, что вы прекрасный человек, что вы хороший человек, что вы желанный человек, что вы достойный человек. Они, кроме того, что поднимут вашу самооценку, гордость, самолюбие, дадут вам новые впечатления, которые при плотном построении в вашем графике
постепенно вытеснит все то, что касается молодого человека. Вытеснит все надуманное вами и оставит лишь основу, каркас. И этот каркас будет составлять то, чего вы хотите. А поняв то, что вы хотите, ну, я думаю, понятно, что это легко можно будет достать. Этого легко можно будет добиться. И тогда вы этого мужчину пожалеете. Тогда вы обрадуетесь, что не связали с ним свою жизнь, что не стали быть с ним. И похвалите себя за то волевое решение, которое являлось правильным, которое являлось, по сути дела, проявлением инстинкта самосохранения. Ну и в заключение хочется сказать, что когда человек совершает такой волевой поступок, как вы, разрыв отношений, то всегда это влечет за собой новую ситуацию, всегда это влечет за собой изменение социального статуса, изменение своего распорядка графика жизни, а ко всему этому приходится адаптироваться заново, потому что до этого существование было подчинено другим принципам, другим целям, другим ориентирам. И вот время, пока вы адаптируетесь в новой для себя ситуации сейчас, оно так или иначе пройдет. Вы привыкнете к тому, что вы, допустим, одна, и как только вы привыкнете, как только вы пройдете адаптацию, вы начнете получать от этого удовольствие, вы почувствуете свободу, почувствуете возможность делать то, что вам хочется, отсутствие контроля и прочее. И вам уже не захочется возвращаться обратно. То есть боль, которую вы сейчас чувствуете, это следствие адаптации. И ее можно заглушить только напряженным дневным графиком, отсутствием свободного времени, новыми впечатлениями и проработкой образа мужчины, то есть лучше понимание его. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен.